почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Заточен писательница, театрального и кинокритика, публициста, актриса. Я слежу с большим интересом, люблю ее острые заметки в газетах и ее сборники публицистики. А вот новая книга с необычным названием «Баба Зару». Писательница Татьяна Москвина объясняет, что само название произошло из устойчивого сочетания «баба за рулем». А Москвиной чудится в этом что-то такое устойчивое, основное «баба, база, базовая, баба, ру». То есть русская женщина. И тема книги – русская женщина, которая хочет, может или пытается быть хозяйкой своей судьбы. Что называется, рулит. Это ряд женских монологов. Все эти женщины одновременно и Татьяна Москвина, и одновременно не Татьяна Москвина. Это яркий образец малой прозы, в котором соединились точный взгляд публициста и остро-сатирический взгляд прозаика. В книге так много мелкого, бытового, женского, с его нелогичностью, беззащитностью, непохожестью, страданиями и страхами героини Москвиной переживали и видели многое. Сражались, ошибались, проигрывали, но никогда не теряли чувство юмора, чувство человеческого достоинства, оставались решительными, мужественными. Они обманули смерть, превозмогли пороки и дурные наклонности. Они могут сварить лучший в мире борщ и на шестом десятке лет сесть за руль. Собственно, автор таки определяет этот жанр «баба-зыру» – проза о женщинах, которые рулят. Разумеется, в прямом смысле и в символическом. И, пожалуйста, не надо вспоминать развесистая баба за рулем, как обезьяна с гранатой. Татьяна Москвина любит своих героинь. И двух молодых пенсионерок, обсуждающих секреты приготовления борща, и 49-летнюю жительницу спального района, в молодости обожавшую концерты Цоя и Башлачева. Ведь ее книга о женщинах и для женщин. Интересное, непредсказуемое, по-житейски мудрое и духоподъемное. Подожди, я соберусь силами, превозмогу потерю близких, страхи за семью, отчаяние от слабеющей с возрастом плоти, преодолею тревоги, сомнения, бег времени, лень, трусость и желание просто жить, как амебы живут. Прости, я немножко устала, передохну и пойду. Сейчас, сейчас. Москвина пристально, взвешена в выводах, порой правдиво до беспощадности, при этом бесцеремонно может так встряхнуть читательскую душу, так зацепить за живое, что даже дышать перестанешь. Иногда может раздражать, ведь не совсем же соглашаешься, хотя не восхититься проницательностью, остроумием, хорошим слогом Татьяны Москвиной просто невозможно. «Баба за ру» – проза о женщинах, которые рулят, 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».